Эй, всем привет, друзья, с вами Крис, вы на канале Крис Плюс Плей. И мы продолжаем, и у нас, по-моему, четвертая, да, уже серия? Да, вообще, я по две обычно прохожу, видишь, 1-2 я прошел, 3-4, 5-6, ну да, сейчас четвертая серия. Предыдущие вот здесь будут по ссылочкам, я попал. С плейлистом, со всей красотой, наслаждайся, enjoy, получай удовольствие, я вообще кайфую просто. А мы погнали, у нас, ну ты помнишь, да, правила в этой игре? Нужно вот с помощью этих двух оболтусов, оболтусы, я их зову два оболтуса, взять нам и нахуячить. Блять, скип, ну это я пропускаю, мы и так знаем правила. За определенное время нам надо сейчас, блять, я забыл, что нам надо. Вот это хуёвина, да, у нас идет на Painted Cliffs, она отправляется, на одно колесо, Pungent Cheese, это сыр, колесо сыра, 300, короче, это продукты портятся у нас, раз это продукты им портятся, то нам эту хуёвину надо что сделать, блядь, я забыл, я не помню никого, типа, надо Postal Code посмотреть сначала, Postal Code, Painted Cliffs, ага, хорошо, блядь, я понял, Enter, Close, yeah. Painted Cliffs, где они у нас? Пошел нахуй. 62, 43. 62. Так, как 62? Сёрик. Давай, жопой сядь на него красивенько. О, ты! Схватить, ебать, числочек. А я бы числочек. Отъебали нахуй. Съебали нахуй все. Так, хорошо. Оп. Раз, два, три, четыре, 62, 43. Так, у нас это. Пусть у меня один работает, да? Второй хуйней занимается. Вот нам сюда. Это типа. Оно портится, поэтому нам надо. Это ж сыр, да? Фраджайл. Так, блядь, это сучка. Мне надо переключить. Эту снять. Переключить. На эту повесить. Хуяк. Так. Теперь, блядь. Съебали нахуй отсюда, обе. Это сюда. Второй, распределяй, давай. Ну-ка сними это. Мне это не надо. Это мне не надо. Ну-ка, так, ты сюда. Сюда. Так, где? Куда, блядь? Возьми ее. Подожди. Вниз. Хорошо. Так, распиздяй, налево, направо, ага, чётенько. Так, этот распиздяй меня, вот так. Подожди, я не могу. Я, блядь, всё спутаюсь в них. Я, знаешь, с непривычки, тут надо все время придрачиваться к этой игре. Painted Cliffs, это у нас что, юг, да? South. Так, бежал. Все, красиво, сэн, ебучий. Отлично. Так, incoming package, давай, блядь, быстрее. Что это хуйня? Вы кто? Съебай нахуй. Белби. New Geode for ya. Mostly I'm a suit, but not the bad tooth. Rojo's my spar on the inner wall. Heaviest one we found this trip by far. Я нихуя не понял, но я понял, это что-то тяжелое. Heavy это вот сюда. Так, подожди. Ну и чё, блядь? Я провалился куда-то. Хуй знает куда. Как мне её взять? Так, бежали. Так. Нахуй, пошли отсюда. Теперь у нас что? Так, я забыл посмотреть Postal Code. Postal Code какой, блядь? Белби. Это в Белби. Нам надо. Да ёпте. Нам надо в Белби. В Белби, Белби, Белби. Белби. Съебали нахуй, я не вижу. Суки, сидят. 41-62. 41-62. 40. Вы что, охуели, блядь? Чего вы не печатали? 41. Эти пидорасины, видишь, они садятся и печатают всякую хуйню. Все, съебались. Съебались. Рыжаба, халабахала. Это у нас на север, да, он пойдет. Хорошо, блядь. 41-62. Хэви. Так, этот с жопой стоит у меня. Чё, блядь, дальше-то? Где крышка-то, блядь? Это сука, блядь! Управляй ей, посмотри на этих ублюдок. Пошли нахуй отсюда, блядь. 41-62. Крышку давай мне, заебал, быстрее. Видишь, что утворяют? Я охуею просто, блядь, с этой наглости тупой. Ой, блядь, мрази. Пошли нахуй. Сейчас все пиздят, все убирают. Ну и где моя крышка, блядь? Где, блядь, крышка? Время идет, ты хуёвина. Давай. Вот, я долбоёб. Блять, ой, долбоёб, я столько времени потерял. Просто, я обвиняю не тех. Я случайно, ребятки, блять, простите, я вас. Ну и чё, блять, какая-то хуйня. Не получается, не получается. Пошёл нахуй, блять, что он сделал? Дразда, он не то припел. Он припел мне Origin, он мешает. Они все мешают, они уёбки мешают, блять, пиздец. Ну, все приклеилось. Пошли, блять, быстрее, мы и так опоздаем. Так, ты хуёвный сюда. Вот так. Так, ты распиздяй. Пошел нахуй. Вниз. Быстрее. Так, переключить сюда. Сюда. Вот так, хорошо. Хуяк. Так, это у нас Белби, да? Я не помню. Съебался. Белби, он на север поедет. На север. Хорошо. Ну и, блядь, я... Я не падай. Только не падай, дружок. Не падай.
Ну что, поехали. Все, блядь, хорошо. Да ублюдки, блядь, съебались с меня, вы мешаете. Стой здесь. Чтобы эти пидорасы ничего не это. Где посылка моя странная? Пошла на Селки Флетс. Katie made this is good and was too excited to have it. Does it look like grandma? She says, and you know what? It kind of does. Be careful, it's pretty delicate from all the uncooked pasta. Блять, это опять продукты, да, я так понимаю? Хорошо, продукты. Пошли на! Все, блять, я забыл. Знаешь, что я забыл? Я забыл. Сразу клеим сюда. Посмотреть после Salty Flats. А, блядь, я всю клавишу путаю. Солти! Съебались отсюда все. Ну-ка, съебал нахуй. Они тупо наклеили тут всякую хуйню. 51-13. Видишь, что они творят? Суки. 51. Блядь. Они уже напечатали одну цифру, я ее не заметил. 51. 13. Хорошо. Отдай сюда, мразь. Ну давай. Пошли, блядь. Пиздец, нам срочно нужна эта лента против мух, которые, знаешь, развешивают по потолкам. И типа тогда они в нормальном состоянии. Суки, съебали! Да почему ты, Кивюн, не контролируешь эту хуйню, которую они творят? Они же ебанутые. Ты что, не видишь, что ли? Так, вниз, хорошо. Быстренько сюда. Вниз. Так, это сюда. Ну и ёпты. Вот так, хорошо. Солки Флэйс, это у нас юг. Юг, север, юг. А, хорошо. И чё, блядь, не дошёл. Всё, красиво. Ну, блядь, я ошибся с этой хуйней, да? Это не perishable, значит, это origin. Ну-ка попробуем. Origin. Ну, хорошо. Нет, нихуя. Блядь, это не origin, и это не perishable, и это хуйня не heavy. А чё это может быть? Fragile, да? Давай fragile. Так, удачно, да, не принесли мне всё. Попробуем. Ё, блядь, готово. Ну, бля, это даже было несложно. Это гораздо сложнее, если ты хуйня было, когда буквы печатаешь. Они все время буквы у тебя пиздят. Вот это сложно. А тут как-то... Мне, конечно, рекорд, да? Я быстрее не делал. Ученик, апрентись. 3, 4, 5. Ну, все равно 5. Ну, да, блядь. Надо было за 4.30 успеть. Я бы тогда бы попал на 8 марок. Ну, я видишь... А я, видишь, хуёво, не успел я. Ну, ладно, блядь, нормально. Нормально, красиво. Красиво! Мне вообще, знаешь что? Что будет в третьей, вот мне интересно. Если сейчас такая хуйня началась с этими, что будет в третьей штуке? Вот очень интересно. В третьем ряду. Первым без всяких этих насекомых было. А что будет дальше? Что будет в третьей, если во второй у нас эта хуйня летающая? Ой, блядь, мне кажется, здесь будет тяжело, да, с ней? С этой епаторией. Ой, блядь. Скип. Я так-то не помню. Саус, типа 2, это сюда, блядь. Как это все непросто? Как этот пиздец непросто? Двойку мне надо отправить вот сюда. Это типа на юг, ебанем, да? Вот так, сюда. Это хуёво. Ты чё, блядь, охуел? Отпусти, блядь! Он держит её, понимаешь? Это мразь её держит, растение. Я не могу её вытащить. Их надо как-то отрывать, что ли? Что с ним делать? А что, блядь, с ними делать-то? Объясните, пожалуйста. Так. Это хуёвин, да, блядь? Что тут пидело у меня? Куда-то отнесла наверх. Надо смотреть, что они делают, суки. Да откибись ты нахуй, блядь, растение ёбаное. Как мне от него избавиться? Блядь, я не врубаюсь. Что за хуйня? Они как-то сейчас оторвутся, да? И мне нужно будет обратно затолкать? И быстренько затолкать, да? Ага, так, понятно. Ну-ка, это хуета какая-то, да, вот с этими растениями. Это такая ебатня. Блять! Ну, вы суки, я вам сейчас пизды дам. Пошло нахуй. Как мне дать мне кого-нибудь этого? Пропольщика, бабушку, которая пропала всю эту хуету. Он мешает мне эти ебучие растения, блять. Они вцепляются постоянно, когда не надо, блять, братья. Суки, блять, вот падлы. Вот ублюдок, что они растения. Ну-ка, быстренько, раз. Так, это странное растение. Пошел нахуй. Это out? Нет, сюда, это in. У них вот сюда в оранжевую ебануть надо, да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это я помню. Да, блядь. Ну-ка, растение, пошел нахуй. Painted cliffs. Сюда мне нужно пим-лимбо. Пим-лимбо! Лимбо-химбо-лимбо! Пимбо! Сука, пимбо-лимбо! А, вот он, да, зеленый. Стой. Пим-лимбо. Вот он, блядь. Я один работаю на хуйне, этот распределяй, пусть у меня хуйня занимается. И че, блядь? А чё, сначала надо достать, да? Синяя хуйня. Где она у нас? Вот сюда.
Чё, охуел? А ну отдай, блядь, пиздюк. Так, ну-ка поработай. И чё, блядь? У нас же Пит Лимбо написано. Чё это хуйня? Вот он, Пит. Или кто это? Я хуй поймёшь. Пит Лимбо. Ну всё правильно. Подожди, блядь. Пит Лимбо. Вот он, зелёный. Берём Пит Лимбо. Вот вот сюда. Вот же нарисован. А вот. Чё, блядь? Как он? Ну не ставит-то? Я не врубаюсь. Чё за бред? Да переключись-то. Блядь, почему у меня не включается? Хорошо, блядь. Хорошо. Хорошо. Чё это хуйня? Чё вот это за хуйня? Пит... Или это Пит Лимбо? Хуй поймёшь, где какой Пит Лимбо? Да, это всё правильно. А этого Пит Лимбо? А, Пит Лимбо и Пэм Лимбо. Ёб твою мать. Ой, я долбоёб, да? Сэнд. Всё, хорошо. Давай дальше. 2-1. Сучандра. Так, надо здесь продумать сначала. Сюда, ну, этот. Не, так, сюда. Отъебись от него, блядь, сучка драная. Отъебешься от нее! Коробку отдай мне, мразь. Вот. Хорошо, блядь, сюда. Так, ай, распиздяй. Отъебись от нее, мразь. Да отпусти ты, блядь. Это не твоя. Какого хуя ты в нее вцепилась? Это моя коробка, блядь, ублюдина. Ты здесь даже не работаешь. Ты хуета. Ты не работаешь здесь. Ты только мешаешь. Отъебись от нее, пожалуйста. От моей. Да, блядь, вот опять вцепилась. Ну, опять вцепилась. Ну, мразь же. Ну, мразь, блядь, по-другому не назовешь ее. Нормальные, блядь, растения, они в салатике находятся. А эта мразь, видишь, не в салатике. Это хуйня, мешаги. Ну, как бы. Хорошо. Скинули, нахуй. А, да, блядь. Как бы тебя. Сейчас она вцепится, да? Нет, пошла нахуй. Пол времени, а я не успеваю, да? Половина времени, а я что-то как-то распиздяй. А я что-то как-то распиздяй. Вот такая вот история. Грустная пиздец. Хоть плачь. Так. Ну, сука, блядь. Цепилась. Посмотри на нее. Вот мразь! Она не дает, она просто не дает спокойно пройти. Хорошо, нет этих ебучих насекомых, которые мешаются. Без них как-то полегче, да, немножко? Видишь, не успела вцепиться. Главное, сейчас вцепится. Мразь, нет, не успела. Пошла нахуй. Все, хорошо. Так, у нас что, блядь? Топпинс, Маклюк, Хуйлю. Ну-ка, блядь, Топпинс, где? Топпинс, Маклюйский. Вот. Взяли, хорошо. Чик-чик. Ага, четко. Так, это фиолетовая хуйня, это сюда. Возьми ты вот так. А, хорошо. Сент. Ну, жми, Сент, еп. А, так, верните сюда, мразь. А, так, здесь у нас на ин. Что у нас фиолетовая? А, так, это опять сюда. Ща это растение что-нибудь опять спиздит. Что это за растение? Почему они такие сознательные? Хуй поймешь. Все, сент. Так, успеваем, да, вроде? Давай дальше, блядь, зебал. Один, два, север. Ну-ка, пошел на. Отцепился ты от нее, блядь. Что ты вцепился в нее? Я же тебе 10 раз уже доказывал, что я сильнее. Ты, мразь, только тратишь мое ебучее время. Долбоеб ты, блядь, а не растение. Норс, да? А, хорошо. Один. Ща это по-быстренькому. Сюда, два. Просто толкай. Просто, блядь, ее толкай. Отъебись, мразь. Отъебись, да пожалуйста. Почему нельзя вдвоем, да, вот вцепиться, блядь? Или можно вдвоем одновременно делать? Ну, мне, в принципе, я один справляюсь, да? Но вдвоем, мне кажется, если бы я это делал, я, может быть, даже это быстрее бы сделал. Но вдвоем, пока ты там, блядь, прицелишься с этими... Вот, то получится всякая хуйня. Очень долго они будут в меня целиться. Ну-ка, подожди. Я хочу пробовать. Дай. Почему, блядь, тебе... А, вот все, отцепился. Ну и чё, блядь? А, да, давай быстрее. Видел? Ты видишь, как все четко было? Вот так вот, блядь. Вот так вот. Учись меня, дружочек мой дорогой пирожочек. Учитесь, пожалуйста, у меня. Я вам плохого репца, я хороший дружочек пирожочек. Ла-ла-ла-ла-ла, у-ла-ла, а-ла-ла, у-ла-ла, а-ла-ла. Как-то съебали всё. Оп, всё, блядь. Здесь Quill Pencil. Quill Pencil, я тебе сейчас по щекам настучу. Quill Pencil, ты где у меня? А, вот он, Quill зеленый пенсил. Так, вышли, взяли и пошибли. Все, мы успеваем. Все у нас четко. Че, блядь? Сент, все? Все, блядь, все готово, видишь? Быстро, с первого раза все делается у меня. Ну, прям, блядь, даже знаешь, быстро. 6.32. Ну, давай посмотрим, за сколько можно здесь успеть сделать максимально быстро. Я вроде даже не тупил особо, да? 7.50, я 6.32. За 3, блядь, в 2 раза ровно быстрее можно это сделать, представляешь? В 2 раза быстрее. Я не понимаю, как, каким образом я должен сделать это в 2 раза быстрее.
Ну вот, блядь. Сейчас у нас получается следующее, да? Открывается третья неделя. Ну, я думаю, это последняя получается неделя. Чё? Посмотрим, что будет на третьей неделе уже в следующей серии, да? Вот такой вот я интриган. Пока не покажу, не хочу. А пока что подписывайся на канал. Включай колокольчик, ставь лайки, пиши комментарии, подписывайся на паблики. Все ссылочки в описании под видео, все, друзья мои. Всем пока.